Добрый день, дорогие друзья! С вами снова акционер Capital Whale Андрей Середа. И я хочу сказать, что у нас скоро знаковое событие. На носу это тест нашего арбитража, который будем мы тестировать все, кто записался на тесты из пользователей нашего сайта, наших партнеров, нашего сообщества, люди, которые запустили свои провайдинги на свои деньги, естественно, и подали заявку для участия в тестах арбитража. Зачем вообще нам тестировать? Ну, во-первых, мы помогаем бирже быстрее запустить инструмент, такой как арбитраж. Это высокодоходный, да, там риски куда побольше, нужно учиться, и обучение, конечно же, у нас также будет. Но кто может в арбитраже участвовать? Конечно же, абсолютно каждый человек, кто запустил у нас провайдинг ликвидности на свои собственные средства. Потому что есть люди, которые сегодня также уже получают доходы от провайдинга, не потратив ни копейки в провайдинг своих средств. Могут ли участвовать эти люди? К сожалению, нет. Те люди, которые не внесли в провайдинг ни копейки, они не могут принимать участие в арбитраже. Также для тестов важно, будет дана тестовая валюта от биржи. Точно так было, когда мы тестировали провайдинг ликвидности. Мы получали по 100 USDT на свой аккаунт, который мы не могли, естественно, вывести, и это правильно. Мы тестировали согласно полученного технического задания, а все, что мы заработали во время тестов, соответственно, осталось нам. И многие люди, как, собственно, я в том числе, друзья, начали свою деятельность в провайдинге именно с вот этих тестовых заработанных монет USDT во время тестирования. Я скажу, что я заработал немного. За 3 дня у меня получилось 4 USDT, которые я также запустил в провайдинг. Потом уже я внес свои деньги, и тот результат, который сегодня я имею, он мне очень нравится. Так вот, давайте подытожим. На арбитраж тестирования идти нужно. Во время тестов вы учитесь. На практике ничем не рискуете, деньги вам предоставляет биржа, которая после тестов отзывает биржа, но все, что заработаете вы, останется на ваших счетах, и вы вольны с ними распоряжаться так, как вам нравится. Следующее, второе. На арбитраже смогут зарабатывать только те люди, у которых запущен провайдинг ликвидности за свои средства. Ну и наконец-таки третье. В арбитраже вы сможете принимать участие тем количеством денег, которые у вас запущены в провайдинге. Поясняю, если у вас в провайдинге запущено, к примеру, 1000 USDT, то, соответственно, максимально вы можете принимать участие и зарабатывать после сдачи инструмента уже в работу максимально на 1000 USDT. Больше вы завести не сможете, потому что не позволит система. Если, допустим, у вас минимальный вход на 10 USDT, соответственно, то же самое. Больше 10 USDT вы завести в арбитраж, чтобы зарабатывать, не можете. Вы будете зарабатывать именно от суммы 10 USDT, потому что такая сумма у вас в провайдинге. Это условие непосредственно биржи. И я думаю, как биржа, она в этом, собственно, абсолютно права. На этом же я с вами, друзья, прощаюсь. Всем всего доброго. Время еще есть раскрутить свой провайдинг побыстрее, чтобы, соответственно, у вас было больше возможностей в арбитраже. Всем пока. С вами был Андрей Середа. И до встречи в эфире. И в конце добавлю ссылочка для регистрации на биржу ко мне в команду под этим видео. После регистрации пишем: Андрей, я зарегистрировался. Либо я зарегистрировался. Что делать дальше? А дальше нужно написать мне в личку в Telegram, либо в мою соцсеть ВКонтакте о том, что вы зарегались. Соответственно, я с вами свяжусь. Телеграм и ВКонтакте страница указана также под видео. Но по Телеграму скажу, друзья, я отвечаю только голосом, потому что по интернету летает 4 моих фейковых аккаунта, где не я нахожусь, но мое имя, моя фамилия, мой перевернутый никнейм наоборот. И человек пишет только текстом и всякую чушь. Поэтому я говорю только голосом. Аватарки нету, а по голосу вы меня узнаете. Теперь всем пока.